Заявка Украины на вступление в Евросоюз не может быть рассмотрена в ускоренном порядке, несмотря на обстоятельства, поскольку это было бы несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Бундестаге, отметив, что соответствующая процедура занимает не месяцы и не годы. При этом он пообещал предоставить Украине военную помощь. У нас у всех общая цель. Россия не должна выиграть войну. Украина должна сопротивляться. Если мы помогаем защищаться стране, подвергшейся грубому нападению, то мы способствуем не эскалации, а отражению нападения и скорейшему прекращению насилия. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что для вступления в Европейский Союз такому кандидату, как Украина, потребуется десятилетие. В качестве альтернативы он предложил создать иную политическую структуру, куда могли бы войти не являющиеся членами ЕС европейские страны, в частности Великобритания.